Выездная серия игр началась на Дальнем Востоке и началась неудачно для нижегородцев в матче против СКА «Нефтяника». Крайне быстро счет стал не в пользу старта 0-3. Однако нижегородцы ответили хорошей комбинацией. Хроменков-Оськин и Михаил, выйдя один на один, размочил неудачный счет. Однако в первом тайме в воротах наших земляков побывало еще 4 мяча. 7-1 – таков итог первой 45-минутки. В начале второго тайма Дмитрий Аникин увеличивает преимущество СКА «Нефтяника», а нижегородцы отвечают выпадом Владислава Кутузова, который зарабатывает пенальти. С точки забивает Андрей Хроменков. 8-2. И это оказалось еще не концом. Хозяева льда еще трижды поражали ворота легендарного клуба, а гости были точны два раза. Итог матча СКА «Нефтяник» старт 11-4. Начало игры было для нашей команды несколько скомканным. Да, необязательные голы пропустили с добиваний в основном. Да, так в целом ребята выполняли то задание, которое мы от них требовали. Понравилось то, что нам хватило сил, несмотря на переход, да, с улицы в закрытое помещение. Следующий матч «Старт» проведет в Иркутске 10 февраля. Пока же нижегородцы идут на 11-м месте турнирной таблицы. Служба информации. Владимир Смирнов.